Всем привет, друзья, с вами Мурдерсан. Итак, Dying Light The Following, продолжаем прохождение этой игры. Так, в предыдущей части Безликий предложил нам сделку. Нужно добраться до некой пещеры. Там остались капсулы. Должны были, по крайней мере, остаться капсулы с веществом, которое дурманит. Которые они употребляют, чтобы людей вводить в транс. И как бы он обещал ими со мной поделиться. Так как они являются этими лекарствами от зомбаков. Так, смотрим по заданиям. Так, вот добраться до пещеры. Сюжетное задание аномалии. Так, показать на карте. Вот где-то на самом краю эта пещера. Так, мы сейчас здесь находимся. Так, то есть все по главной дороге. И где-то в левом углу карты, да? По пути там у нас, вот смотрю, бензозаправочка есть. Так, ладно, поехали. Будем добираться до пещеры. Оп. Так, где-то топорик сразу. Ага. Так, моя машина где-то там, да, по-моему? За поворотом, как обычно, стоит. Поехали, поехали. По дороге сбиваем разных нерадивых зомбаков. Вау. Блин, я думал проскочу здесь. А не тут-то было. Так, жидкость объезжаем. Лина. Lena, listen good while this damn thing works. I know what's going on. They have something 100 times better than Antizin. The good news, they'll share it with me. The bad news, I need to find it. Now, I know the clock's ticking, but I can't let go of this yet. It's the best chance for all of us. I understand, Kyle, but please, hurry. We've run out of Antizin. Поторопись, поторопись. Не заканчивался Антизин. Держи за меня кулаки, короче. И вы, ребята, держите за меня кулаки. Мы прорвемся. Так, всякие испытания на скорость. Не буду всякие испытания проходить. Совсем другая задача. Ай-яй-яй-яй, блин. Ух ты, твари. Да, извини, чувак, там где-то помощи просили. О! Так, надо вот машинку поремонтировать. Да ё-моё. Только тебя мне не хватало. Так, ладно. Давай, ребятишки, камон. Еще? Пару друзей позови. Ты еще живая, что ли? Молодец. Так, где-то там просят помощи. Ну-ка, по карте далеко, нет? По карте, по карте. Что-то как бы это... Случайная встреча. Я думал, там помощи просят. В принципе, это не так важно. Не успел прочитать, просто что было в предыдущей. Так. Так, бензинчик, хорошо. Там заодно остановились, раз уже. Машинку отремонтируем. Что там у нас пищала она. Опять разбился самолет. Yeah, worth checking for survivors. It could be someone from outside the quarantine. Чего напишет у меня, а? Новая запись в журнале.
Отслеживаю. Получить или починить? Так, починить все, во-первых. Да. И чё? Все равно показывает. Осталось ремонта в состоянии нулевое. А, сцепление у меня навернулось. Так. Ну, поставим другое пока, чё? У меня второго уровня есть. Все. В чем же дело? Все нормально. Так, по карте он говорит. Где-то упал самолет. Но это не то ведь. Ну-ка, показать по карте. Блин, да это вообще с другой стороны. Нафига мне это нужно? Сейчас я, конечно, да. Сдернул туда, поеду. Я уже почти он добрался до этого. Как мне кажется. Так, еще раз с картой сверимся. Так, все правильно идем. Так, заправочка, да? Ой, ребята, сколько ладит. Какое поле деятельности. И здоровяк еще. Оп. Нормально. Оп. Давай. Заходи по одному. Так. Я хотел немножко бензинчика здесь тарануть. Так, заправка-то вот она, да? Что-то я не вижу этих бензоколонок. Или там они? Привет, чувачок. Тихо. Не заставил, ладно. Оп. Да, конечно, можно всех этих перебить, и этого можно перебить. При желании. Что-то я все равно не вижу. А, вот же эти колонки-то. Подо мной. Ну-ка, приятель. Давай, давай. Услышали. Услышали, услышали. Позови друзей с собой и погибни здесь со мной. Эх вы, неугомонные зомбята. Какие же, блин, неугомонные все-таки, а? Подходим, подходим потихонечку. Подходим ближе. Ну. Так, а здоровяк живой, нет? Замочила. Так, что, почти всех перебил. Это просто здорово. И все это только из-за бензина. Жесть. Так, даже всех, наверное, обыскивать не буду. Смысла нет. Так, вот здесь вот помещение. Так, 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 так. Опа. О, сундучки. Взлом нормально. Это дело. Вот она. Ну и что там есть хорошего? Хорошего, полезного. Деталь турбины. Пригодится. Остальные трубки. Болты. Тут что у вас, ничего?
Хорошо хоть этот пенал взломать. Пластик, кофе. Так, шкафчики. Изолента. Горючка. Отмычка. Взлом трудно, ну давай. Якобы там что-то хорошее, говорит, по-любому какой-то хлам не нужен. О, нормально, барсетка. Еще один ящик. Химикаты. Все отлично. Так, здесь все, а так. Еще болты вижу. Резина. Изолента. О, аптека. Аптека, друг игрока. Так, ну что, ребята, в принципе. Так, темнее, кстати. Кстати, темнеет. Так, ладно, все это потом может быть. Что у нас по карте ближайшая точка этого самого? Я, может, наверное, ночь пережду. Вот вышка есть. Охотничья вышка. Внизу прыгунов, неизученное место, охотничья вышка. Армейский аванпост. Так, я, наверное, все-таки на вышке-то перекантуюсь, потому что это... А где она там? На горе, что ли? Блин. Так, наверное, можно было проехать немного, да? Как вы думаете? Так, машину где-то здесь бросил вроде. Вот она. Так, ладно, поехали, поехали, поехали. Время. Так, кто-то уже за мной бежит, блин. Откуда ж вы беретесь-то? Да ёб по РСТ, армейский пост. Нарвался. Дороги. Я смотрю, где эта вышка армейская. Ой. Так, аптека. Что это там творится? Уа! Блин, что не звереет уже? Не нравится мне все это, не нравится. Очень не нравится. Блин, придется собираться так. Конечно, конечно, надо было погибнуть просто. Блин, я здесь не подымусь. Попал я в передрягу. Надо было доехать, наверное, что легче, чем бежать. Ну ладно. О, нашел, круто. Сам я разобрался зачем-то. Так. Так, тут я и перекантуюсь, короче. Фонарик погашу. Ну все, друзья, встретимся утром. Так, короче, просидел я просто до утра на этой вышке. Все нормально, просто дождался утра и теперь двигаемся к машине. И поедем все-таки в эту пещеру, наведуемся. Сгори ты уже, засранец. Фига, ты живучий что ли такой? Хочешь сказать? Так, поехали. Так. Дорога уходит сюда, видимо, сюда нужно. Куда-то ехать. Так. Вот там горы уходят.
А, там, скорее всего, будет тупичок. Бах! Бах! О, ребята. Ладно. Как и понял. Да. Да что такое, а? Кто это? Так, сама сдохнешь, нет? Не хочешь, да? Ладно. Так, вот судя по всему, вот она, эта пещера. Я до нее добрался. Так, кого еще обыскать? Этого я обыскал. Обыщите пещеру. Сейчас обыщем. Сейчас что-то какие-то, блин, твари. Так, понял, сейчас, давай, я здесь. Камон. Эй. Блин, такие здоровые здесь ребята. Давай, выходи на свет. Куча трупов. Ни зараза не выходит на свет. Так. О. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. И тебе подарочек припасенул. Сам сгоришь или как? Так. Хорошо. Видимо, что-то ядовитое, нет? Ну что, давай, давай, погибаем, погибаем потихоньку. Ушел, что ли? Фига. Сдохни уже, паразит. Так, его пока трогать не надо. Продвигаемся дальше. Короче, как в той пещере, куча этих отделений разных. Как я понял. Так, здесь тупичок. А вот здесь, наверное, можно залезть. Оп. Так, там какая-то бывшая дорога, судя по всему. Опять и поросшие камни мхом. А вот. Вот эта дорога. Веревка здесь, какой-то шнур идет. А, кто-то в этом... А, пытался, да, добраться сюда. Понял. Йоу! Так. Ух ты. Ну что ты не бежишь-то? Береги. Трус какой-то. Где ты вообще есть? Не понял юмора.
Так, вот та машина. Фу, блин. Ой-ой-ой. Что-то осталось вообще, нет? Парни. Что он такое трещит? Не могу понять. Дерево, что ли, пытается упасть? Дым-то идет, а я не вижу, где эти препараты. А, во, ящик пустой, да? Ящик-то, ребята, пустой. Короче, ящик, походу, разграбили. Ладно, пошли дальше исследовать. Там вон еще одна машина стоит. Ух ты! Неплохо он зарядил мне. Так. Это птички заорали. Смотрите, армейский конвой. Там рация играет. А, вот целый конвой здесь. Пустынная полицейская винтовка. Проверьте пульс. А, первый. Патроны взяли. Пульс. Holy fuck, Rises, man. Люди Раиса. Нифига себе. Полный комплект. Так, армейская винтовка. Какая у меня винтовка? Полицейская. Так, 184 мощь. 75, 100. А ну-ка, у этой. Да то же самое, в принципе, мне, по-моему, моя даже лучше, по-моему. Так, ящик пустой. Тоже пустой. Груз цел. А где же он тогда? Вот именно. Рация. Мэйдэй, мэйдэй. Кто-то, короче, все разграбил. Записка. Записка врача. Какая-то аппаратура у них в машине. Круто, конечно. Мэйдэй, мэйдэй. Так, все здесь, да? Осматриваем дальше. Так, тут уже бензин берется. Тоже пусто. Да, хорошо. Так, как-то он прямо в песок въехал, засыпало что ли? Так, всех перебили. Все интересно, ребята, но... Как мне отсюда вылазить? Потому что... Тут мне не вылезти никак. Блин, вроде как бы могу пролезть, а как бы и не могу, да? В итоге не могу. Не хватает. And I found two of your brothers dead. I also heard a distress call. It mentioned some goods that aren't here. So they were stolen. Значит, его украли, ясно. Продолжай поиски. We'll try to gather some information about the third brother.
Listen, be on the lookout for orange uniforms, or a symbol, three horizontal stripes. Excuse me? The bandits in here, these are Rise's thugs. They're worse than the undead. What happened in Haran, that's mostly their fault. Ясно, спасибо, Кайл. I'm sure that information will prove useful. Продолжать помогать этим солнцем. Продолжаем. Короче, вот второго нашел я ихнего этого, Безликого. Он тоже, короче, мертвый. И, короче, передал сообщение, как вы поняли, этому главарю Безликих, что это все-таки молодчики Раиса. Короче, здесь все. Накуролесили. Так, а там мне все-таки ведь не выйти никак, да? Да, там подергался, выйти там не могу. Все, ладно, выходим из этой пещеры. А там на выходе опять стоят. Вроде всех перебил, опять откуда они берутся. Так, нам здесь как перебраться здесь? По низу только, да? Здесь по камушкам я подымался. Оп. О, привет. Да ну. А где второй, куда делся? Убежал, что ли? А, вот. Так. Еще несколько человек. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Вот, йоу, хороший удар. Ну и тебя заодно. Повышение уровня легенды, получено очко навыков. Замечательно. Сейчас из пещеры выйдем, все сделаем. Да куча, обыщем уж тогда. Так, фонарик можно выключать. Ребята, хорош мою машину дербанить. Йоу, нормально. Так, очко навыков, посмотрим. Навыки. Ага, уровень легенды, хорошо. Купить навык. Купим. Так, урон текущий, да, увеличивается. Повышает урон в рукопашном бою, хорошо. Оп-оп-оп-оп, нифига ты подергаться. Так, ну что там у нас? Далее. По заданиям. Продолжать помогать детям солнца. Ну понятно, на обратном пути там, видимо. Посмотрим мы их. Кому что помочь. Так, жатва. Так, где это, интересно? Ну-ка, показать на карте. Где-то там, да? Зачистить область нужно. Так, ну далековато, ребят. Далековато. Пока. Так, и упавший небес тоже там, насколько я помню, далеко. Ну что ж, друзья, на этом я закончу эту часть. Пещеру мы зачистили. Все узнали, что могли, по крайней мере. Капсулу мы не нашли. Капсулы, короче, люди Раиса унесли. Это уже понятно. Больше некому. В общем, встретимся в следующей части. Не забываем про лайки, про комментарии, про кнопочку поделиться. И также кнопочку подписаться на мой канал.
Всем удачи. Всем пока.